Я помню, как приходили солдаты. Мы жили тогда в городе Фамагуста. 7 человек вместе в одном доме. Это был дом моей мамы. Нам вообще еще очень повезло, что возле нас была пекарня. И я помню, маленький бегал туда за хлебом и раздавал 7 жителям вокруг, особенно тем, кто служил в армии. Я все прекрасно помню. Помню, как мой папа просыпался и кричал, что он мужчина. Он отдал все этому острову. Просто по одной причине, чтобы мы, его дети, были свободны. Вот почему даже когда у меня была куча возможностей уехать работать за границу, я все равно не поехал. Потому что тут мой дом. Если я уеду, если мой сосед уедет, если все уедут, то кто тогда останется присматривать за нашей родиной? У нас есть этот прекрасный остров. И мы все здесь счастливы. Я счастлив. We are happy. And I am happy too.